началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорова, ребят, с вами Дэн. Мы продолжаем играть в Лего Звездные Войны The Complete Saga. У нас 5-й эпизод, Империя наносит ответный удар, и глава 6-я, предательство над Беспином. Смотрим, читаем, ставим на паузу, если кто хочет, да, кому интересно, потому что, не знаю, если где-нибудь... Вдруг кому-то реально интересно вот это, ну, именно вот эти титры читать, и они у меня на русском, да, как бы, вдруг кому-то интересно русские почитать. Потому что я знаю, есть такой канал, который вот уже все лего-игры на 100% прошел, но он англоязычный. Так что вот... Смотрим катсцену. А, вот тут будет Лэндо Калриссиан. Да, вот он, Лэндо Калриссиан. Друг Хана, типа, да, он недоволен. Отшила, отшила. Эх, Хана Соло заморозили, но Лэндо все продумал. Хова. А вот нет, вот обойдешься. Фига, он даже как-то со звуком другим стреляет. Ты еще и бежать к меня будешь? Я уже по нему столько раз попал, это пипец. Но по сюжету... Блин, вы что, серьезно? Ну ладно, хотя бы спасибо, что здесь вот не нарушили. Фига, я увернулся. Ага. Да уж. О! Вот этот прикольный момент. Тут смертельный газ. Побежали дальше. А тут уже очередь выстроилась. Так, тут нету, да, дверей. Ладно, бежим дальше назад. Так, я думаю, нам куда-то сюда. Тут нам кто нужен?
C3PO. У нас такового нету. Поэтому берем R2D2. Ага, и вот тут как раз таки будет у нас... Будет у нас... Не трогай моего R2D2. Не трогай, не трогай. Ты тоже не трогай. Тут всякий хлам. Прости, чуй. Всякий хлам. Тут это у нас энергоблок. Давайте его двинем. Почему-то вот все девушка делает. Кстати, тут по сути есть прикол такой, да? Да. Типа он ей руку целует, а она такая типа... Не-не-не, иди-ка ты нафиг. Так, а почему не двигается? Ага, я понял, почему. И нажимаем на рычаг. И нам вываливается C3PO, так скажем. Точнее, по частям. Вот, собираем его и получаем монеточки. Так, берем C3PO и активируем дверь. Точнее, открываем дверь. Тут на нас нападают клоны. Так, тут машинку мы соберем, не будем этого делать. Смысл? Ой, я случайно. Мы, по сути, сейчас в облачном городе, да, находимся, если я не ошибаюсь. Здорово, ребят. А нам куда нужно? Нам нужно. А мы туда ли мы пошли? Туда ли мы пошли? Так. А ну-ка, на чью же можно, да, надеть? Можно. Так, тут у нас бонус, да, я помню. Вот, видите, он был в купальнике. Так, забираем дроидов. Так, сейчас мы им спустим лифт. Так, нам нужен C3PO. Ой, C3PO. Ну, вообще нам нужен сначала R2-2, а потом C3PO. Выдвигаем им мост. Опа, по жопе, да? Не нравится. Так, сейчас мы дадим проход C3PO. Вот, кстати, вот тут R2-D2. Нет, он все равно яйцеголовый, ну ладно. Ага, все-таки гады, а.
Быстрее. Ебой. Бежим дальше. Хова. И вам добрый вечер. Сразу берем стрип R2D2. И отключаем газ. Отключаем газ. Берем, ну, Чубаку. А, кстати, тут у нас что? Тут у нас для R2D2. Нам сюда, сюда и надо. Сейчас заранее откроем. Но нам сейчас нужно будет пойти в комнатку с, так сказать, с пультом управления, открыть там мост. Поэтому бежим сначала сюда. Отлично. И вторую. И активируем. Да, все, отлично, побежали назад. Ага, я уже там вижу этих гадов. Ой. Они нас уже ждут, вот вы посмотрите на них, а? Опа, сразу схватил. О, вот видите, опять в купальнике бежит. Вот тут такой мем. Ну и выбираемся отсюда. Нормально. Про Люка вспомнили. С фингалом и без руки. Неплохо, неплохо. Лэндо Калрисиан, принцесса Лея Беспин, и все. Истинный джедай 100. Всего деталек, набор, два всего бонуса собрали, и два золотых блока. О, мне теперь за золотые блоки дают по 100 тысяч. Ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока, ребята. А, стойте, какое пока? У нас завершение сюжета. Алло. Последнюю катсцену не досмотрели. Ну ладно, сейчас вот досмотрим. Лея грустит по Хану. Цитрипио такой, ну, потерял руку, и типа, и что такого? Ну, это же человек. Ему ставили механическую.
Но они отправились на поиски. И все, ребята, вот на этом теперь точно все. Всем 36,8%. Всем удачи и всем пока, сики.